Всем здорово. Я переехал в магазин метро и хотел бы узнать, как устроено метро. Ну что же, идем смотреть. Если этот китикет стоит 1783 рублей, я лучше возьму на вот такой пакет. Мы же идем смотреть. Вон есть пакет. В этой есть магазин, здесь также магазин с игрушками, в котором расположено под игрушкой Нерф и еще Hot Wheels. Я возьму лучше такую машину и горы ставить. Стоит сколько? 159 рублей. Я возьму такие машины, яйца Вэлли, стоит 199 рублей. Машины и тачки, которые меняют цвет. Есть Крус Рамирес, Динока. Даже есть, посмотри, сколько стоит наш Вэлли. Стоит 189 рублей. Вот такие машинки давно никак не попадались. Которые я вчера попал после вечера. Не знаю, там я попался мне повторка. Это называется джип. Еще мне попался такой Toyota Camry. Я себе сразу попадался. Только что. Вот старый логотип есть. Тут будет повторка Continental. Это будет просто в шоке. Я посмотрю на этой тарелочке. Луминарк, чтобы главное не разбить. Посмотрим. Стоит здесь 459 рублей, чтобы не главное не сломать. Посмотрим, какие лимонады. Вот такие есть пластилины. Арбери, алоэ вера. В этой есть пластилин с экстрактом. Вот же посмотрим, сколько. Посмотрим, сколько он стоит. Стоит 89 рублей. Вот такие пластилины. Я лучше хочу тогда себе пробовать. Я вообще куплю, посмотрю, бумагу А4. Да, 4 пачки. Рихкраузе клей-карандаш. Суперсильной формулы. Есть еще бумага А4 хотя бы взять. Так я возьму эти бумажки. Так, пока папа не видит, отлично. Сегодня, как всегда, Маша день рождения. Родился 18 сентября 2019 года. У меня есть еще вот такой пакет. Алоэ вера, полмалифа еще есть. Еще лимонад, кстати, забыл. Сбермаркет. Что такое? Если еще, может, даже пакет положить такой. Чтоб, может, телефон мог положить. Вот такой. Сейчас я положу туда тут телефон. Сейчас я телефон положу туда. Да. Мы идем покупать. О, эскимос хочу такой попробовать. Такой. Вот это? Нет, лучше. О, это без сахара. Откинула попкорн. Вот такие эскимосы. Есть еще не такие тележки. Еще можно есть блок, это второй блок, да. Второй блок. А мы идем дальше. Кока-кола без сахара. Это не очень вкусно. Надо распечатать. По колы. Посмотрим. И можно так. А мы идем чипсы. Чипсы какие кушать. Чипсы. Метро самый такой супермаркет в России. В Питере. Бакарти. Это напиток.
такой. Козел без алкоголя. Но нет, нам нужно чипсы купить. Вот эти чипсы, которые я такой мечтал. Ставь лайк, если ты любишь чипсы. А вот сухарики. Пикантный розбиф хочу попробовать. Ой, чисто с кранчами. Нет никаких. Разве не кранчи чипсы? Чисто пикантный розбиф. Вот, лучше две пачки возьму. Я еще хотел чипсы взять. Орешки всякие. Как? Я возьму эти чипсы. Я нужно пакетки положить в телефон. Так, я телефон пока в пакет положу. Да. Здесь нет, мне кажется, нам только. Пойдем пока, хотя кто не знает. У меня только пакет. Нет, не пакет. Я положу пока. 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 Мы чипсы мы. Все, что хотят. Я лучше пока иду за каким-то... Не знаю, хотя доширак лапша. Чист рамен мой любимый. И еще хотя моя любимая доширак лопаста с сыром. Да, доширак лопаста с сыром. Хотя бы кушать. Чиз по-английски. Чиз. Чипсовый с сыром. Морская капуста. Винотека. Идем. Я возьму такой табаско. Нет, ну вампир. Чеснок. Это все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Миша Бугай. Всем пока.